Я вот так вот махал ножом в область груди. Говорю, успокойся, иди, говорю, домой. Уходи, говорю, все, оставь меня в покое. И вижу, знаете, я махал, так вот тыкал, пытаясь его напугать. И он пьяный, шибалы. И он вот так вот на меня начал падать. И уже зайцы, ну, получше. И уже зайцы я ему попал. Ткнул в грудь. На следственном эксперименте 39-летний мужчина подробно показывает, что в тот роковой вечер предшествовало убийству. Он уверяет полицейских, что, размахивая ножом, хотел лишь выгнать назойливого родственника из своей комнаты. После причинения какого-то резаного ранения мужчина пытался оказать помощь родственнику, но сделать этого не смог. И от полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте. По данным следствия, обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, находился в своей комнате по месту жительства. Услышав громкий стук в дверь, он понял, что пришел брат, проживавший в соседней комнате. Ранее между ними неоднократно возникали конфликтные ситуации. Пензенцу предъявлено обвинение в убийстве, он задержан и находится под стражей.